И снова здравствуйте, всем привет. Итак, пришлось переделать оленя. Тот олень показал себя не с лучшей стороны, потому что он уже стоял в позе. И я вам уже в прошлом ролике говорил, что вот с этими делами бывают проблемы. Ну так-то олень хороший, но изгибы у него пошли некрасивые. В конце ролика покажу результат. Так, что хотелось бы... Так, нашел в интернете я другого оленя. Но с ним заморочка тоже получилась, что получается голова была отдельно, персонаж был не склеен. И когда я вставил его, подставил на риг, получается, что голова стала отлетать. Это тоже по прошлым роликам. Все стало отпадать, глаза стали отдельно, рога отпадать, короче, нос отпадать и так далее. Получилось не очень хорошо. Взял я этого оленя, полностью склеил, полностью переделал. Пришлось его перекрашивать. Но благодаря тому, что, значит, модель была раскрашена, и я сделал скриншоты с него вот так вот. И получилось, что текстура, ну, не то, что идеально, но получше, значит, получилось, чем красить, допустим, с картинки с интернета. Как вариант, попробую потом понаходить вот таких вот оленей и, значит, сделать скриншоты с рогов, с морд и сделать папку, которую можно будет использовать тем, кто не умеет красить, как я, и чтобы получались вот такие вот персонажи. Так, косяк какой у него? Вот кто сейчас заметил, что одна часть у него вот такая, здесь у него полоса, здесь полоса проходит, значит, по лапе, все это в глаза бросается. В чем этот косяк? Косяк этот именно в Normal Map. Давайте посмотрим, как он переделывается. Значит, находим Normal Map, вот он, и нам нужно его просто перевернуть. Image, Flip, Vertex. Переворачиваем. Теперь нажимаем Image, нажимаем Save, он сохраняется. И нам нужно теперь его просто подставить на Normal Map. Так, здесь мы включим Non-Color. Смотрим. Вот, все равно идет где-то что-то. А ну-ка, подставляем Normal Map. Вот этот перевернутый, он подключается. И видите, все нормальненько. Никаких полосок, ну за исключением вот этой штуки. Но это можно понизить, значит, вот эту штуку. Вот. И уже будет, ну, 300 поставить, допустим, 500. И уже нормально. Итак, продолжаем. Так, с Normal Map разобрались. Погнали. Классный олень, кстати. Рот я ему сделал открывашкой. Теперь все будет нормально. Так, тройка на нампаде. Ну и погнали. Так, что я тут наставил? Добавляем, давайте, empty. Добавляем image. Делаем S. Семерка на нампаде. Вот появился такой план. Находим empty. Подгружаем. Подгружаем, значит, что? Так, анимацию бегущего оленя. Была гифка, я сделал из гифки, перевел, значит, формат в MOV. Так, R английское перекручиваем, в какую сторону он бежит. Так, теперь единица на нампаде. N, кстати, опять же забываю скринкаст key включить. Так, R английское перекручиваем, потому что анимацию бега делать именно из головы — это дело неблагодарное. И нужно искать какие-то картинки, референсы. И вот этот вариант, значит, S, подгоняем, подставляем, чтобы он стоял тоже лапами. Еще побольше делаем, и можно просто обводить. Так, это значит, вот таким вот делом все происходит. Смотрим, сколько у него кадров. Таймлайн вытаскиваем. И вот
Все мягенько, все зашибись. Так. Таймлайн еще перекручиваем, вытягиваем, вытягиваем. И вот чтобы у нас были 5, 10, 15, 20, 25 кадров. Так. Нужно попасть, чтобы у нас срандель, вот эта задняя часть, значит, совпадала. Видите, две лапы стоит на полу, на ноле, да? Ну и погнали все это дело химичить. Так, выбираем нашего персонажа, выбираем посмод. Значит, что у нас? У нас задран зад. Выбираем тазовую косточку, перекручиваем и подставим. Давайте просто его вот на вот этого, вот в такую позу наклона. Так, ну тут видите, хвост внизу. Значит, Ctrl-Z. Это дело мы как обыграем. Я отделил, значит, позвонок. И мы сделаем просто. Так. Где он тут отделенный? Так, R крутится, G. Вот, здесь, видите, растяжение теперь можно делать. Прикольная штука. Давно хотел такую штуку замотить. Так, значит, что? R, G, подсаживаем нашу задницу. Здесь можно, значит, вот эту часть не трогать, а вот эту часть, значит, R наклонить. И вот она теперь мягче, все это дело происходит. Теперь G. Вытягиваем нашу шею. Вы видите, что шея как гнется теперь по-другому. Не то, что на том персонаже. Опять же, я потом покажу, что да как. Бывает, на таких гифках не совпадают, значит, размеры какие-то. Ну, это не принципиально. Так, теперь нам нужно смотреть. Здесь передняя нога, значит, G, стоит ровно. Вот так вот. Здесь можно немножко зад приподнять и хвост G немножко припустить. Так, теперь какая там лапа? Так, вот чуть-чуть здесь плоховато видно. То ли эта лапа, то ли та лапа, да? Тройка на нампаде, значит, G. Эта лапа уходит сюда. Настроена она у меня, значит, на сколько костей? На три косточки. Почему? Потому что я хочу, чтобы именно двигалась плечевая кость. Вот. А теперь мы будем вот этой косточкой все это дело дорабатывать, именно докручивать костями. Так, теперь тут вопрос в чем? Так, какая там лапа? Получается, если это лапа, то боковая должна подняться. Но если что, потом мы это дело подправим. И G подставляем к этой лапе. Пишем A и lock rod. Итак, первый кадр есть у нас. Теперь нам понадобится потом прописывать вот эти кадры. Ну, давайте пока раскидаем пятый, да? Здесь теперь как можно делать? Делаем таким вариантом. Выбираем кости вот этого зада и делаем Alt-R. Ставим его на место, выбираем тазовую кость, делаем G. Здесь он уже вроде как выпрямляется. И получается, значит, у него вот эта лапа должна уйти сюда, R. А эта лапа должна стать вот сюда. Так, теперь. Так.
Вот здесь уже путаница. Значит, передняя лапа у нас сгинается. Так, Ctrl-Z. Вот есть тоже неудобство. Значит, G. Если видите, на тройку установлена, она не сгибается. Но у нас получается, что работает предплечье. Значит, нам нужно предплечье больше согнуть и подтянуть, значит, нашу вот эту лапу. Так, значит, не сюда мы ее крутим, а вот сюда. И теперь, значит, G, R. Что-то тут какой-то пошел пляс. Ну, вот как-то так-то. И R перекрутка. По-моему, так. Ну, если что, будем переделывать. Так, теперь здесь должно быть попроще вроде бы, да? Inverse Kinematic. Выравниваем. И тогда дотягиваем нашу вот эту копыту и выставляем в такую позу. Так, теперь смотрим, что тут получилось. Отключаем, значит, нашу эту штуку. А получилось не очень хорошо вот с этой лапой. Так, тройка на нампаде. Значит, хочешь не хочешь, а надо переводить их на две кости, потому что идет нехорошая пляска. Так, переводим на две кости, и тогда уже пробуем по новой. Значит, Alt-R, тазовая кость G. Так, теперь дальняя лапа G на установку и G эту лапу перекручиваем. Так, если бы я добавил раз, два, ну то же самое, ну вот почему, так, изгиб в другую сторону, можно попробовать такую систему на ноги поставить, ну, передние лапы почему-то так работать не хотят, да? Так, эту лапу, значит, мы перегибаем. Так, вот так как-то. И тогда придется докручивать вот этой частью. Тогда G протяжка будет. И тогда нам нужно немножко корпус как бы дотянуть, растяжение ему добавить, будет прикольно, наверное. А может, нет. Так, и тогда у нас получается еще плечевая должна дойти вот до этого момента. Так, что еще? А, и локрот. Смотрим, что получилось. Попали ли у нас по кадровке на вот эту штуку. Так, получается здесь, во, теперь видно, значит, вот эта нога G ставится сюда, R перекручивается. Но опять же, повторюсь, что сильно не привязывайтесь к картинке, да, почему? Потому что, ну, картинка иногда сбивает. Вот видите, уже я не дотянусь до копыта. Я его потом могу поправлять. Ну, здесь вот таз я, значит, должен опустить и перекрутить персонажа кверху. Так. Угу.
пропишем А и локрот, но теперь так, это вот ближняя нога, это дальняя, да? Дальняя нога у нас, вот это будет ближняя, G, R. Так, а это будет дальняя теперь. R перекручиваем и докручиваем, значит, так, вот это. Вперед уходит, а дальняя уходит наперед. Ну, как-то так-то, да? А, и локрот. Смотрим. Так, на восьмом кадре перекручиваем нашего персонажа. G. Поправляем. Так, теперь G. Можно немножко ему позвоночник тут перекрутить таким образом, да? И теперь голову. Вот так. Дальний кадр. А, и локрот. Смотрим, где какая нога. Опять же, раскрашен так, что идет путаница. Так. Тройка на нампаде, значит. G. Это нога сюда. А эта нога выходит по прямой. Перекручиваем и ставим ее на место. И возвращаем вот эту косточку Alt-R в исходное ее положение. Alt-R. Так, получается, что у нас тут? Ну, в принципе, неплохо, да? Только немножко теперь ее подтягиваем вот сюда вперед. Так. Ну, так, здесь у меня. Во. Чтобы ломка шла вперед на натяжку. Во. Ну, чтобы колено не ломалось. Так, есть такое дело. А эту, значит, часть поднимаем и R перекручиваем назад. Подгоняем под это дело. А, и локрот. Так, тестим. Ну, в принципе, неплохо. Сейчас еще добавим промежуточные кадры, он станет бежать мягче. Так, теперь вот опять же. Опять же теперь, где у нас дальняя лапа? Так, вот эта лапа должна стать ровно, потому что она была в воздухе, да? А эта лапа должна уйти ровно вот сюда. Так. Тогда плечо должно тоже податься вперед, и лапа должна на вытяжку быть. Ну, чтобы было красиво. Прописываем сразу А и локрот. И вот то, что вот этот цвет бесит. Так. Так, теперь нам нужно перекрутить, значит, вот эту вот штуку. И тогда эта лапа у нас уйдет
еще больше напрямой. Будет прикольней, да? Так, ну там, походу, пошла ломка. Эту ломку потом придется, наверное, устранять. Или мы докрутим просто плечевой пояс. Так, раз у нас лапа эта стоит, это стоит. Угу. То получается, значит. А ну-ка, давайте попробуем вот эту лапу, значит, R, G, и поставим сюда. Угу. А эту лапу G подставим вот сюда. Тогда G опустим чуть-чуть срандель, перекрутим зад, опустим зад и перекрутим позвоночник еще больше. А, и локрот, ну, чтобы вот этот поворот был. И тогда еще хвост опустим ниже. Не знаю, как у меня там со звуком. Так, здесь уже, видите, расхождение. Эти расхождения потом будем ликвидировать. Значит, G. Вот так, по-моему. И зад уводим назад. И здесь у него должен быть вот такой вот угол именно. Так, R. Делаем перекрутку. Так, еще раз G. Так, голова. Тоже идет к низу. Так, а вот здесь А и локрот с лапами, опять же, нужно докорректироваться. Так, это у нас G ближняя, значит, ближняя уходит на дальнюю, а дальняя уходит на ближнюю. А, и локрот. Продолжаем. Значит, что? Здесь у нас всего лишь 12 кадров. Ставим 12 кадров. И нужно прописать вот эту вот дальше анимашку. Так, здесь уже он выравнивается, да? Ну-ка, не вижу, да. Выбираем все косточки вот эти вот позвонка. И делаем Alt-R. Теперь мы вот эту тазовую опускаем до нужного нам размера. Так, чуть-чуть, наверное, вбок, потому что он сместиться должен. Потом G. Ага, вот G, теперь вот эта лапа должна уйти сюда, наверное. Ну да. А на дальнюю, она должна приземлиться на землю. Так. Теперь эта лапа должна стать ровно. А, не. Эта лапа должна G свернуться. Вот так вот. А эта лапа должна G сделать проход, да? И тогда плечевой пояс уходит. Лучше сделать Alt-R, чтобы он четко стал, чтобы не было излома. Так, теперь у нас получается R позвоночник ровный, а голова G
чуть-чуть уходит вперед. Ну, где-то так, наверное. Так. Как-то так, наверное. А ну-ка. А, и локрот. Отключаем видимость, чего не надо, и смотрим. И тут у нас получается недостающие моменты. Вот видите, вот здесь вот, вот она, дергание идет. Почему? Потому что не прописан ни один здесь кадр, и тело резко переходит от 5 до 8 кадра, на 3 кадра. Значит, что? Выбираем 5, 6 или 7. Так, вот он, видите? Вот здесь у нас пошла пляска. Значит, мы ее опять же Alt-R выпрямляем, отводим назад. Здесь у нас, значит, G так и выходит. С перекрутом, да? Ну, а эта лапа, в принципе, так и остается, но только повыше. Следом эти уходят, а это должна стать у нас G на землю. Но на землю она не станет. Так. А, и локрот. Во, уже мягче, видите, да? Так, теперь нам нужно дописать вот этот кадр, потому что, видите, здесь лапы нужно доправлять. Тройка на нампаде. R вытягиваем и дальше ее прям в натяжечку. Так, а эту лапу тогда G поднимаем выше, находим плечевой сустав, тройка на нампаде, плечевой сустав, это у нас вот он, и выкручиваем его тоже вперед. Так, теперь у нас R, чтобы создалось движение, нужно обязательно делать завороты вот этим вот лапам, тогда они мягче играют и получается... Ну, тогда нормально получается, короче. Так, и здесь вот у нас вытяжка идет. Можно даже вот эту вот косточку вытянуть. Или вот у меня отдельно здесь шея. Ну, раз мы шею не прописывали, это будет пляска. Значит, ее пока не надо трогать. Если мы шею когда-то начинаем вытягивать, то тогда у нас... она тоже задействует в анимации. Если мы ее не трогали, а на каком-то кадре мы ее тронем, то получится дергание. А, и... Так. А, и... И локрот, да. Так, смотрим. Вот, видите, уже мягче все происходит. Хотя, вот минус, вот сколько я делаю, значит, вот эти вот анимашки, вот видите, здесь тоже нужно поднимать. По картинкам, когда делаешь анимашки, то получается система здесь не работает. Пятый, десятый. Вот когда вы сами пишете анимацию, то у вас с пятого, с нулевого по пятый автоматически сама добавляет система вот эти вот промежуточные кадры, где должны быть лапы. Здесь эта фигня так не работает почему-то. Я вот не знаю. Потом еще с этим делом разберусь. Как будто система знает, что вы именно делаете копию. Вот как бы так бы, да? Так, здесь у нас, что у нас? Можно пониже опустить. Опять же, не забываем, что это, по-моему, рисованная штукенция. И что может не совпадать, значит, высота
Вот здесь у меня копыто должно встать на землю. Вот G. Натяжечку-то я и даю. Ну вот. Так, здесь надо землю тоже ловить. Так, какие там у нас получаются лапы? Значит так, это у нас... Это что за лапа? О, кстати, классно попало, что она ближняя. А эта лапа у нее... А, пардоньте. А, ну да. Мы сейчас посмотрим, чтобы сбоя не было. Раз они так стали, значит они так, в принципе, прописаться и должны. Так. Так, так. Ну, чуть-чуть повыше поднимем. А эту Alt-R вернем именно в изначальную позу. Смотрим. А, И. Так, опять на Alt нажал. А, И. Вокруг. Вот здесь уже, видите, начинается пляска. Какой-то кадр придется, значит, ликвидировать. Есть такие на гифках, вот эти вот штуки. Сбои. Так, что тут у нас происходит? Так, это у нас... Значит, R. Подъем. Тройка на нампаде. Ну, в принципе, правильно. Вот единственное, задние лапы. Задние уже у нас не совпадают. Значит, что? Тройка на нампаде G. Уводим вперед лапу. Эту лапу тогда нужно увести в бок. Ну или ту в бок, или эту. Ну, чтобы опять же не было, что нога дернется в бок и будет неинтересно, короче, это дело смотреть. Так, R, G ставим на землю. Так, здесь что у нас получается? Эта лапа у нас должна уже стоять на земле. Вот сюда она уже не дотянется. Так что не пробуем, а прописываем как есть. А, И, локрот. Так, здесь у нас тоже идет нестыковка. Так, это значит R в натяжечку до земли. Потом, вот опять не вижу я этой всей картины, что очень добивает, да? Так, это значит G, R. Потом получается... Вот эта лапа дальняя уходит на ровную, а вот эта, получается, вверх поднимается. Косяк какой-то сейчас будет. Становится на дальнюю. Ну, в принципе, правильно. А ну-ка, смоем. Тройка на нампаде. И вот это вот пляска, вот эта вот пляска. Давайте ее искать. Так, удаляем седьмой кадр. Del. И переписываем седьмой кадр. Значит, пробуем. G. R, G. Словом, ищем вот эту пропавшую катастрофу.
На каком-то кадре идет пляска. И причем эти пляски по гифкам очень частая штука. Так, а тут что? Так, в чем проблема? Первый кадр. Нулевой. Лапы стоят. 12-й кадр. Лапы стоят. Смотрим, где находятся лапы. Так, эта лапа тут, эта лапа там. Эта лапа так. Вот. Первый и последний кадр, они должны быть одинаковые. Значит, выбираем первый кадр. Английская А и делаем Shift D. Копируем его, чтобы они идентичны были. Иначе будет тоже нехорошая штука. Так, есть такое дело. Олень бежит. Бежит причем неплохо, но... На каком-то кадре... А вот на этом кадре, здесь он пошел, и вот здесь начинается головой дергание. Значит, что делаем? Удаляем 9-й кадр, delete. Вот, уже голова нормально. Так, смотрим. Вот он еще дергание. А ну-ка смоем. Тройка. Удаляем 3-й кадр. Во, уже мягче. И ищем еще один косяк. И вот он еще один косяк. По размеру. Удаляем 5-й кадр. Во. Уже лучше. И ищем еще один косяк. Вот он. Вот этот косяк, где жопа замерла. Видите? Жопа висит, а лапы дергаются. Значит, что? Вот, здесь переход нормальный. И удаляем 8-й кадр. Во. Уже получше. Итак, 9-й кадр. Вот этот 9-й. Давайте передвинем чуть-чуть G. Так, а 10-й-то G чуть поменьше. Во. А вот здесь-то, да, получается... Так, G.
Лапа ставится чуть-чуть сюда. А плечо. Альтер. Так, единица. Тройка на нампаде. А. И локрот. Смотрим. Так, тогда нет. Ставим вот сюда. Тройка на нампаде, значит, R. Это уже пошла на установку. А, и локрот. Так, здесь у нас это уже становится. А это тогда уже чуть-чуть поближе. А, и локрот. Во. И чтобы было прикольно, вот чтобы было прикольно, смотрите. Так, что здесь с ногами? Так, вот здесь копыта перекручивается и уже в натяг дается. А это ставится ровнее. А, и локрот. Во! И теперь вот раз голова у нас вперед и отходит, то как бы вот растяжение, да, где тут? Вот толчок. И задница должна тоже идти, значит, за оленем. Так, а ну-ка. Пошел толчок. И мы сейчас вот эту задницу попробуем отодвинуть. Так, английская Ctrl-Z. Раз голова туда у нас. Раз. И голова рывок делает. Задница должна или... Так, вот здесь вот на тело выберем вот эти. Блин, как бы не испортить. Так, ладно, вот этот отделит. О, видите, все, мягкость пропала. Ctrl-Z. На каком-то кадре. Рывок. И позвоночник тогда вот здесь чуть-чуть оттянем. Во. И тогда у нас получится кайфная такая штукенция. Что лапы летят вперед. А, и локроть. Во. Тело уже задвигалось, позвоночник растягивается. Вот так вот. И вот здесь теперь корректировка. Вытягиваем по длине, значит, вот эту штуку, а эту штуку чуть-чуть подворачиваем больше и, наверное, повыше. А, и локроть. А здесь получается, в чем опять же фишка. Натяжка сильно большая лапы. Вот. А, и локрот. И получается, так, смотрим. Раз, оп.
На пятом на Фиджи. А здесь у нас рванули, оп, и вернулись назад, да? Тогда английская А, и чуть-чуть еще эту продвинем. И вокруг. Все-таки, а ну-ка. Ну вот, все, нормально. Только теперь еще в чем казус. Так, вот он рывок, рывок делает. Тогда он должен рывок, пролет делать. Давайте еще. И вокруг все равно никуда не деться. И возвращаться назад. Во! Получается три кадра должны быть все равно пролетом. Так, ну вот здесь еще что мне не нравится. Смотрите. Ставим на первый кадр. Так, вот эту пока штуку можно уже стереть, а нарисовать новую. Смотрите. Вот она полоса у нас. Мы ее отчертим. И получается, где у нас задница находится? На первой полосе. Так, да? Смотрим. Так, теперь, если мы будем... Так, подъем есть. Подъем и опуск. Так, первая точка, вот она. Так. Последняя точка, вот она. Так, смотрим теперь, получится кайф сделать, нет? Так. Так, вот у нас два кадра, на которых движется только голова. Вопрос. А нафига? Так. Так, тогда. Вот эту лапу. Давайте попробуем чуть-чуть подальше. Так, и эту тогда G чуть-чуть пониже. А, и вокруг. Вот. Ну, чтобы создавалось. Вот перекрутка вот эта, видите? Оп. И тогда тормоз здесь происходит. Пошел прыжок, растяжка, толчок, скрутка. Так, а как же я прописал? Так. Проход. Одна скручивается, одна остается. Оставляем, значит, 12 кадров. Попробуем 13 удалить. Delete. Во. Все. Олень побежал. И вот нужно теперь так. Становится дальняя, уходит дальше. Так, дальняя. Вот здесь дальняя уже должна подниматься, потому что эта нога стала. И значит, она уходит на скос, в натяжку.
Вот так. А, И, Локрот. Так, и ликвидируем. Последствия вот этой перекрутки. На пятом кадре я сильно затащил ногу. И вот эту ногу тоже сильно затащил. Так, А, И, Локрот. Смотрим, что получилось. Во. Так, здесь получается лапа выравнивается. Вот это вот тогда должна, я думаю, чуть-чуть дальше отходить, потому что она же по амплитуде идет. А, И, Локрот. А здесь тогда должна вот эта лапа дальняя чуть запаздывать. Так, и что получается? Так, идет толчок ногой. Так, значит, вот эта нога должна перекрутиться, это тоже перекрутиться, это должна G, так, Ctrl-Z, G, подняться. А, И, Локрот. Потом толчок идет, значит, так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Нет, в принципе, нормально. Вот здесь вот мне не нравится. Получается толчок. Пошли ноги вверх. Вот, тогда вот эта нога, здесь она же не должна быть, она тоже должна поджаться. А, И, Локрот. И вот здесь они выравниваются, и тут уже это ее опережает. И даже они не должны здесь выравниваться. А вот эта, которая толкалась, она должна чуть-чуть уже быть впереди. Ну да.
Толчок, толчок и еще толчок. И ликвидируем последствия вот этого искажения. Так, Alt-R. Смотрим, что у нас получается. Нужно теперь это все дело. Анжи. А, и покрут. Так, ну что-то я здесь не вижу. Вот она. Так, это раз. Мертвая точка, да? Так, значит, еще вот эти кости, значит, удалим, delete, и смотрим, прописываем их и локрот. На пятом, где вытяжка идет, идет ломка вот этой вот руки, лапы, да? И мы сделаем что? Тройка на нампаде, попробуем их чуть-чуть приподнять. Все, вроде бы получше стало. Да, уже получше. А ну-ка. А если их еще вперед вытянуть? Во, смотрим сбоку вид. Уже получше. А ну-ка. Во, вот так оставим. Чтобы было видно плечевой пояс, да? Так. А, и локрот. Даже не надо было А и локрот делать, а только их. И значит, Shift D,
Слезаем на последний. Смотрим. Ну, уже получше. Конечно, тут вот выкрушка идет. Так, а если еще добавить ему осанка. Так, вот идет осанка. Здесь вот на первых кадрах можно добавить ему, значит, как будто работает плечевой пояс. Каким образом, да? Значит, так, здесь есть осанка. Чуть-чуть их приподнять, допустим, вот так раз. О. А, и локрот. D на последний. И значит на пятом так, а на пятом тогда что тут получается? Отдельная тут штука, да? На пятом тогда тоже можно их чуть-чуть приподнять. Или тут они уже опущены, должны быть опущены. А ну-ка. Ну, нормально, а чё? Так, вот здесь вот еще не хватает для промежуточного кадра. Тогда вот здесь вот нужно вот этот попробовать вот эту вот лапу уже приподнять побольше, чтобы переходный был, да? Вот. А, и локрот. Моем. Но все равно быстро он как-то мало кадров. А тут в принципе. А ну-ка. Скопируем вот эту всю часть на шестой Shift D. Чтобы не было пляски. Так, G. О.
Так, вот здесь тогда выкрутим лапу А, И, локрот, и вот этот тогда ШИФД на первый кадр, чтобы лапа ровная была. Во. Да, вот здесь резкий переход. Давайте, значит, G и R чуть-чуть, значит, подкрутим это дело. А, И, локрот. Так, вот здесь еще нужно назад вернуть ключицу. Так, А, И, локрот. Вот уже более такая правдоподобная. Вот раз. Так, и еще нужно тогда вот здесь G, R, A, I, локрот. Вот, все. Фу, добил. Референсы, конечно, хорошо по позам, но вот еще пошлифую. Тут еще можно ему подобавлять всяких фишек. Это вот, значит, голова у него растяжку делает. Вот чуть-чуть еще с жопой поработать, что-то ей тут придумать. Вот смотрите, что можно сделать. Верхняя и нижняя амплитуда, вот видите, есть, все. А вот одна перекрутка только, вот она. Вот. И получается здесь вот закрутка. Вот. А здесь уже этой перекрутки такой более-менее сильной нету. Вот раз, и он выпрямляется, и по идее, так, я сейчас сохранюсь, файл, сейв, и по идее тут что должно быть? А должно быть вот так, как-то я думаю. Это значит перекрутка, и позвоночник, перекрутка отдельно. Во, как-то так-то. А ну-ка, А, И, локрот, и тогда, о, во, а ну-ка, что получилось? Получается, выкружка, перекрутка. Толчок. И приземление. Ну, получается дергание, значит, еще должен быть какой-то кадр. Ну, можно его, значит, позвоночник дописать, значит, тут вот сюда. CFD. И тогда здесь уже чуть-чуть его, значит, R. Раз. И чуть-чуть его приглушить. А, И, локрот.
Ну вот появилось дергание, это надо удалять полностью позвоночник, ну, задницу вот эту часть, и ее дописывать. А так, давайте посмотрим файл. Open. Олень новый. Don't save. Зачищаем. Итак, вот такой результат пока, а там дошлифую, возможно, еще рассмотрим, где какие были косяки, будет отдельный ролик. Ну, вот такой процесс, значит, по анимации. Если кому-то понравилось вот это вот время, сколько уходит именно на короткую вот эту анимацию бега, ну, конечно, если каждый раз делать, уже там будет практика, ну, не суть вопроса, все равно это долговато. Все, всем пока, до свидания.